you're supposed to be. Stumble back home so drunkenly, saying that you wanna make love to me. I know why. Not your commodity, taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies, no more lies. Так волшебно украсили Москву. Лично мне очень нравится. И с учетом того, что нет снега, но есть вот эти украшения разные, все-таки есть зимнее настроение. Все гуляют с детками, радуются, ходят по кафешкам, ресторанчикам. Если вы хотите пойти куда-то поужинать, пообедать, лучше всего, конечно, заранее бронировать, потому что есть вероятность того, что местов не будет. Так что думайте заранее. Пришли в бургерную Воронеж. Смотрите, там красиво. Очень мне нравится, когда так здание украшают. Красота. Раньше, по-моему, так украшали только пушки. Смотрите, конфеты, креденьки, баранки даже есть, представляете? А тут, наверное, лежит какой-то вкусный снег. Да? Смотрите. Красота. Кстати, ребята, о чем я говорила, то, что нужно бронировать заранее, но мы не забронировали ничего. И сейчас будем ожидать, пока нас посадят. Привет, пропавший друг. Саша, Саша, я понял. Это подарочки? Это тебе. А мне там есть что-нибудь? Спасибо. Мой любимый чай. Спасибо. Это самый вкусный бургер, трюфельный.